Японцы изобрели двойную порцию дошика. Пахнет хер пойми чем. Как будто мне в нее кто-то надрит. Ух, японцы. Ох, и снова это безумная японская лапша. Скажу сразу, я не пробовал ни одну из этих лапшей. Правильно ли так говорить, лапшей? Ну, вообще, не лапшов же. Лапша, короче, у меня такая впервые. Я не знаю, с какими она вкусами, честно говоря. Пополам-пополам лапша, очевидно, с одной стороны не острая, с другой стороны острая. Как оно там все будет перемешиваться или отдельно, прямо сейчас посмотрим. Чайничек у меня вот уже готов. Сейчас давайте одну какую-нибудь заварим. Пока она будет завариваться, мы попробуем с переводчиком вообще понять, что тут написано. Большой размер по сравнению с нашей компанией из Нагаи. Она мягкая. С яйцами источник. Это хорошая идея взглянуть на некоторые вещи, которые вы можете сделать в своей жизни. С посыпкой. Син мига цан. Сяо санаози есинь мига. Иншуй горькой руки на фафнга очень хорош. Обратите внимание на кудасай. Вот это вообще, чтобы вы понимали, с золотом настоящим. Я даже не хочу портить эту упаковку, но это же реально вот золото. Смотрите, его если соскрести, можно пойти в ломбард, блин, сдать. Вообще тут нарисовано, смотрите, вон есть вроде мясо, кукурузка, лапша и вот этот паренек, ну вот на логотипе, да, он какой-то, ну уж слишком довольный. Ну, вообще, наполнение на самом деле скудное. Два пакета, по сути, как в дошираке. И что, типа, даже приборов, что ли, нет? Обычный брикет лапши и вот немножко кукурузки. Ну, типа, это прям вообще мало, как мне кажется. Ну, короче, вот так эта лапша выглядит. Как будто мне в нее кто-то надристал. Непонятный соус. Пахнет хер пойми чем. Я думал, будет что-то интереснее. Пока у нас эта лапша запаривается, давайте откроем вторую упаковку, которая с золотом. А под этикеткой нас встречают, охренеть, японские технологии. Вот это японцы, блин, придумали. Это же обычный доширак, зачем так заморачиваться? Короче, давайте заценять. Во-первых, тут есть вот такой специальный клапан, чтобы сливать воду. Я вообще считаю, что сливать бульон с лапши – это настоящее преступление. Это же самое вкусное! Но, короче, вот так они придумали, чтобы, смотрите, можно было слить лишний бульон. И даже вот есть специальные места для пальцев. Типа, чтобы вот так держишь, когда, чтобы не обжечься, специальные места выделили, прикиньте. Ну и, соответственно, открывается это все вот с этой стороны, до вот этой черты, до середины. Вот настолько заморочились. Вот такая, короче, высокотехнологичная упаковка для японского доширака. Приборов, опять же, не обнаружено. Это не круто. У меня, конечно, есть вилка. А вот если бы не было... Ладно, шучу, у меня еще есть и палочки. Не буду же я есть японскую лапшу вилкой. Но опять же, а если бы палочек не было? И сушеные водоросли, и немного соуса. Пахнет, кстати, как килька в томате. Вот доширак с килькой в томате. Честно говоря, никогда не пробовал кильку в томате с дошираком. Ну, все бывает первый раз, правильно? Ну и последнее, самое, как мне кажется, безумное с точки зрения упаковки, да, лапша. Половина, половина! Но вот это мне вообще совершенно, честно говоря, не нравится. Эта херня как бы говорит, ну типа, чувак, белую съедай, красную не трожь. Нахера тогда ее было покупать сразу два в одном, не совсем понятно, потому что в магазине можно было отдельно купить белую, отдельно красную. Я зачем-то взял вот такую. Тут у нас под упаковкой тоже скрываются технологии. Неужели все это реально будет замешиваться в одном адском котле? Если так, какой тогда вообще в этом смысл? А ведь реально, если изучить упаковку, я, правда, тут ее немножко покромсал, сюда не надо смотреть. Тут есть также сливной клапан, вот он обозначен, чтобы сливать бульон, но заметьте, он здесь только один. Я вот только, знаете, что не понимаю? Как они такой простой процесс заваривания лапши на целых 7, сука, пунктов разделили? Ну, это же просто. Мы открываем, достаем пакетики, засыпаем все это кипятком. Готово! Зачем целых 7 пунктов? И, естественно, тут нет ни слова по-русски. Можно, конечно, попробовать сделать вот такой перевод. 33 минуты спустя медленно очистите нужное количество птиц. Вы можете наслаждаться 3 вкуса. 2 разных вкуса для каждого. Его прячут до того, как он достигнет таёмы не людей. И вот опять же, смотрите, я открыл по линии. Вот, линия. До этой линии. Ну, это же очень мало. Я вот не могу даже ничего оттуда достать. И я не зря это сделал, народ. Здесь нет никакого разделения. Просто двойная порция доширака. Это двойная порция доширака сразу в упаковке. Охренеть, японцы придумали. Очень, конечно, это все странная тема. Хотелось бы у японцев спросить,
А как вы предлагаете эти соусы, чтобы вот не перемешивались? И самое главное, что они оба выглядят как супер острые народ. Какой из них острый, а какой нет? Как это понять? Японцы, конечно, офигеть придумали, но придумали какую-то полную херь, как по мне. Ладно, хрен с ним, разбираться будем потом. Пускай лапша пока сначала заварится. Ни в одной упаковке не было столовых приборов. Даже в доширак кладут вилочку. Маленькую, пластиковую, божественную. А вся эта лапша, на секундочку, стоит как минимум в 2, а вот это, по-моему, даже в 3 раза дороже, чем доширак. Но я знал, куда я иду, поэтому я подготовился. Не знаю, зачем мне вилка. Буду есть палочками. Вообще, это как будто бы какой-то типа ореховый, что ли, соус получается. Но, как по мне, для лапши это вообще не, типа, не в тему. Пахнет реально вообще не очень. Сейчас я вам сделаю немножко мукбанга. Ставь лайк, если нравится мукбанг. Мне, честно, не нравится, я это, ну, просто так сделал, ну, мало ли, вдруг кому-то нравится вас порадовать. Короче, пресновато. Пресноватая такая штука, мне не понравилась. Чувак с довольным лицом обманул. И, кстати, в этой лапше не было отверстия для слива бульона, поэтому я 100% ел все правильно. А вот что касательно следующей лапши, типа по инструкции, здесь написано, что нужно слить бульон. Давайте попробуем. Смотрите, специально держусь вот в том месте, как нарисовано, чтобы не обжечься. Вроде бы все. Сейчас только, знаете, что будет тупо, если в итоге здесь в инструкции было написано, что не надо сливать бульон. Это знак. Возможно, там было написано, что бульон надо сливать по желанию. И тогда получается, что мы сейчас допустили очень большую ошибку. Так, надо бы вернуть свет. Эта лапша у нас также без мяса, но зато здесь много водорослей, я думаю, это видно. В томате вот больше не пахнет, пахнет чисто вот водорослями. И ничего больше вообще. Пресно и суховато. Выливать бульон было реально очень большой ошибкой. Вот к ней бы сюда еще сосисочек навалить, красота будет. Хороший, кстати, стартап для японцев. Я не понимаю, почему они до сих пор не начали выпускать лапшу с сосисонами. Это же гениально. Либо соусу должно быть больше. Но опять же, как его будет больше, если мы его, по сути, весь в раковину слили? Короче, вот что я понял. В последней лапше я точно не буду сливать бульон, но тогда возникает вопрос. Как японцы себе это представляют? Вот у меня есть 2 пакетика соуса, и они хотят, чтобы я их в одной емкости каким-то образом разделил, но при этом не сливая бульон. Я, конечно, никогда не был силен в школьной физике. Насколько я помню, ЕГЭ у меня было вообще типа баллов на 40, и я его сдал по минимальному проходному. Но даже я понимаю, что жидкости в жидкости, если вот их смешать, они смешаются, блин. Короче, я не знаю, вот сейчас пока что это выглядит хорошо. Реально, как будто бы 2 дошика заложили в один контейнер. Смотрите, куча зелени, есть даже какое-то соевое вроде бы мясо. Я боюсь, что вот сейчас этот соус тупо все испортит. Но иначе реально, это просто получится двойная порция доширака с острым, либо не острым соусом. Я до сих пор не знаю, сука, какой. Сейчас будет просто игра в русскую рулетку, отвечаю. Хотя, наверное, правильнее говорить, что это японская рулетка, да? И второй теперь соус, он более жидкий, но тоже непонятно, острый он или не острый, он сразу весь в лапшу впитался. Японцы, вы, конечно, придумали очень много крутых изобретений, но вот тут надо подумать еще. Просто бы хотя бы вот стеночку, вот сюда бы вот так стеночку бы сделали, этого бы хватило. Честно говоря, вот мне 28 лет, я сижу и занимаюсь какой-то херней. Но с другой стороны, я сейчас представляю, какой-нибудь японец сидит, где-то занимается тем же самым. Не завидую ему. Осталось только попробовать, но мне совершенно не нравится наполнение, да? Вспомните, как это было на картинке, да? Красиво, сочно, вообще. Муа! И, короче, вот как это выглядит в реальной жизни. Нахрена придумали 2 разных соуса в одной лапше, непонятно. Вот лучше бы, ей-богу, сосисоны придумали. Ставь лайк, если хочешь, чтобы японцы придумали сосисоны. Ну, я так понимаю, что вот это должна быть острая часть. Она же ведь более красная, значит, скорее всего, острая. Остренько. Да, есть такое. Короче, я думал, что у меня есть чем запить. Но вот, это... А в чайнике еще не остыло. Острая, да. Угу. Ух, японцы. О, так, не, мне нужна вода. Хо-хо-хо-хо! Подступает. О, картинка вначале не врет. Нет, не врет. О, может, надо было пол пакетика выливать? Ну нахер. Я вспомнил, что у меня есть, народ. Это в моем случае даже лучше, чем вода. При том, что воды у меня все равно нет.
Это мороженое. Японская вот эта вот лапша, все, что они там придумали, это все фигня. Все равно нет ничего лучше, чем доширак. Или Роллтон. Пиши свой вариант в комментариях.